Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Молока в достатке, и мы в порядке. О пользе молока можно говорить бесконечно. Кальций, который содержится в молочных продуктах, укрепляет кости и зубы. Царица Египта считала, что в молоке кроется секрет вечной молодости. Принимать молочные ванны врачи все же не советуют. А выпивать стакан в день очень даже полезно. 27 сентября в столице Чувашии пройдет фестиваль молока. А сегодня состоялся автопробег, посвященный этому событию. Молоко, кефир, сыворотка, простокваша и ряженка. У любителей молочной продукции разбегались глаза. Все это можно было попробовать и даже забрать с собой. Для самых маленьких горожан – сладкие молочные продукты, полный ассортимент которых можно будет увидеть на открытии фестиваля. Приглашаем гостей республики, города посетить фестиваль. На фестивале они могут познакомиться, попробовать новинки наших предприятий-производителей, дегустировать продукцию производимую. Здесь же можно получить консультации диетолога будет, проверить содержание калия в костях. Маршрут автопробега проходил через Чебоксары, Новочебоксарск и поселок Кугеси. Таким образом, местные производители привлекли внимание жителей и гостей Чувашии к собственной продукции и заявили о себе как об участниках фестиваля. Дарина Игнатьева, Светлана Аликимова, Сергей Рябчиков. Республика.